Ну що ж, друзі, сьогодні в нашій студії гості з Прибалтики. Гурт з Литви, в них вже творчість більш ніж 15 років триває. Це гурт Біплан! Зустрічайте! Я замилований тобою, я покидаю твої мапи, сльозою, що біжить щокою, ділю себе я навпіл. Я відлітаю легко так, лишаю все, що є у мене, і не болять чужі слова. Говорять, хай собі даремно, аморе, 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 залиш хоча б шанс. Аморе, 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 я повернусь для нас. Співав безмежне поле. Ми почекаємо ще мить з тобою кожен ранок добрий. І я співатиму тобі, і знову ти щаслива поряд. Аморе, аморе, хоча б шанс. Аморе, 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 я повернусь для нас. Хоча б шанс. Аморе, 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 я повернусь для нас. Аморе, 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 залиш хоча б шанс. Діти, я тут представляла хлопців з Литви. І ви співаєте українською. Ну, вот да. Вот. Я тобі розкажу. Labas Rytas, Ani Esu Sasha Skichko, Kate Jūs gyvenate. Labas Rytas, хорошо, Kaip gyvenate, хорошо, а по-эстонски не хорошо. Хорошо, но мы не понимаем. Саша эмігрує все-таки до Литвы. Слухайте, хлопці, а звідки ви знаете українську мову? Як так вийшло? Ну, да не очень, мы знаем, чуть-чуть знаем. Откуда, как получилось, что вы поете на украинском языке? Серьезно, да? Ну, я стараюсь очень сильно. Очень сильно стараюсь и волнуюсь, на самом деле. Нет, скажите, какая история, почему вот вдруг литовская группа запела на украинском? Просто у нас была записана песня, вот эта вот «Аморе», она была записана на литовском языке не так давно, она свеженькая совсем, буквально полугода еще нету. И в марте я был здесь, в Киеве, и родилась вот такая вот идея перевести эту песню, поскольку в Литве она, ну, как бы довольно популярна эта песня стала, то есть, ну, прокатила. Вот, и мы решили, что, а вдруг она и тут прокатит. Слушайте, ну вы, кстати, в марте приезжали на Юну, на музыкальную церемонию. Скажите, вы знаете наших артистов? Вы следите за их творчеством? Для этого мы и приезжали. Да, на Юну, чтобы посмотреть, посмотреть вообще, сравнить, как здесь это все делается, церемония награждения. И что? Кто понравился?
помните ли кого-то? Да, конечно, помню. Ну, помню. Помню, так, ну, помню толстого мужчину, который вел церемонию. Да, да, мы даже с ним там обменялись репликами во время церемонии. А, даже так, да? Да, он меня спросил, почему я не хлопаю, и может быть, я пришел за бесплатно, на что я ему утвердительно ответил, конечно, за бесплатно. Зарубежный гость. Слушайте, ну, а стоит ли ожидать каких-то дуэтов с нашими украинскими исполнителями? У нас есть такая мысль тоже, то есть... С кем, ребят? А вот не знаем еще. Ну, не надо. Вот кто вам понравился? С кем бы вы хотели записать? Серьезно, еще не знаем. Еще не знаем, просто... Амнезия. Ну, нет, ну потом была автопаде после ее. А, вот она, в чем дело. С кем мы споробечалися? У нас, кстати, есть диски ваши, которые мы сегодня разыграем на Фейсбуке. Да, поэтому звоните 501-99-01, и тот, кто поставит испытание, отримал скаучи и диск. Хлопцы, еще есть ваш клип, который мы сейчас бы хотели показать нашим телезрителям, потом прокомментировать. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Последний день. Весь репертуар, он русскоязычный, или я ошибаюсь? Нет, у нас репертуар, как бы, мы изначально группа все-таки поющая на литовском языке. Uh-huh. Вот. Но все наши литовские песни имеют, как бы, аналоги, перевод на русском. Да-да-да. У вас есть цель покорять, как бы, украинский и русский рынок, я так понимаю? У нас есть цель играть для большей аудитории. Yeah. То есть, есть Литва, есть Украина, где нам тоже интересно это показывать, как бы, то, что мы на украинском языке. Литовский, да? Понимаете, тут у нас есть диски, и тут и литовская, и российская. Ребят, вы из Литвы, и бытует мнение, что литовские девушки не самые красивые. В Европе. Очень много мужчин ездит в Литву для того, чтобы познакомиться с красивыми девушками. Действительно. А на самом деле в Европе два города, где самые красивые девушки. Это? Вильнюс. И Киев. А в Киеве, кстати, самые красивые девушки в мире. Я согласен. Я не просто так это говорю. И мы хотели бы сегодня на самом деле решить этот, как бы, вопрос, кто красивее, литовские девушки или украинские. Поэтому мы подготовили для вас такой небольшой тест. Знаете ли вы своих литовских девушек в лицо? Мы вам сейчас будем показывать различных девушек, а вы будете говорить, они из Литвы или из Украины? Договорились? Конечно. Поехали. Итак, номер один. Сейчас, секунду. Ой, какая она странная, это украинка. Вы уверены? А что в ней украинского? Не похоже на литовскую? Просто я в лицо ее не знаю. Нет, у нас же Литва. 3 миллиона у нас, мы же всех знаем. Это не знакомые. А что в ней конкретно украинского? Вообще она... Не, она может быть и литовкой. Действительно, это украинская модель Маша Тельна. Дуже видна модель. И успешная. Итак, следующий номер. Следующая фотография. Это уже похоже на литовку. И, по-моему, литовка русского происхождения, если я не ошибаюсь. Господи. Родилась в 1991 году. Это модель. Мне кажется, у нас в студии профессиональный демограф. Живет на улице. Это реально правильный ответ. Это модель, да. Это известная литовская модель. Следующая фотография. А как ее зовут? А это не модель, это просто литов. Кто это? О, это Мельникайте Марица. Это наша, это самая писательница. Да? Как зовут ваша? А может и ваша. Не, а как зовут писатель? Это, по-моему, или Соломея Нерис, или Марита Мельникайте, может, какая-то. Действительно, это известная литовская писательница Леся Украинка, которая... Я же говорю, она. Итак, следующий номер кто у нас? Это ваша, у нас таких нет. Нету, да? У нас спортсменов нет. У нас нет, у нас, если бы вот здесь был баскетбольный мяч, тогда литовка, да. Ребят, но у меня только один вопрос. Просто, мне кажется, вы не бываете в Литве. Это известная литовская гимнастка, на самом деле. Елизавета Гамалеева. Елизавета Гамалеева. Итак, следующий номер, я думаю, это... А, вот кто это...
Она вот явно у нее признаки и литовской, и украинской девушки есть на лицо. Все, да, но все это признаки, все-таки да. Украинка. Да, это украинка. Действительно, это наша известная телеведущая Виктория Батуи. И последняя, да? Да, давайте последняя фотография. Вот как вы думаете, это вот красавица с жгучим страстным взглядом? Вот здесь украинка. Сложно будет. Легко. Украинка, да, вы думаете? Почему? Потому что мы ее не знаем. Что это подвох, это, наверное, что-то такое, что имеет общее отношение и к Украине, и к Литве. А я вам скажу больше, это известная украинская телеведущая Жанна Бадоева, но она была рождена в Литве. Близок был, я знал. Ну что же, группа Биплан у нас сегодня в студии. Ой, что цвет это по-русски я вдруг перешел? Ах, вот вдруг как-то... А вот и едь туда, в Литву. Что не по-литовски, да? Так, отже, диски гурту «Біплан» ми розіграємо на нашій сторінці у Фейсбук. Ми дуже дякуємо, хлопці, що ви завітали до нас сьогодні, в четвер, що ви підняли нам настрій. Доспівали нам таку душевно гарну пісню українською мовою. Дякую. Ну, а ми прощаємося з вами до завтра. Завтра у нас прямий ефір на співочому полі. Тому всі кияни, всі гості міста, які хочуть приєднатися до нас і хочуть стати глядачами прямого ефіру, завтра 6:45 співоче поле. Ми чекаємо на вас. Берегіть себе, доброго дня!